Zajawiono mi 8 metrów od siebie z fabrycyna. Zwiedzili pasażerów i wizytacji aeroportu. Były tutaj ze swojej zawłasności aeroportu. Obraźliwie że nie ma, że dostaję te automobilne transporty. Dlatego w samym głosie, nie jest na razie, zapisuję. Automobilne do usługi. Airlines, coach sharing by a company, Turkish Airlines.
zero, three, eight. On board, please proceed to the gate number 14A. Thank you.
пассажиры приглашаются к выходу 12А. Dear ladies and gentlemen, Air Company Lviv to Krasnodar, flight number 155, is ready for boarding at the gate number 12A. Ой, смотри, как это толкает самолет, машинка. Да-да-да. Так они сюда и попали. Я в кубу садюсь, и корабль их видел, значит, я могу немножко пройти. Смотри, хороший ход, смотри. Ешь. Thank you.
Давай я нажму опалёк, и ты напишешь камеру. Добрый вечер, дамы и господа, говорит вам Андрей Прохабин, чтобы не сомнеть, что сегодня пожарная компания России произошла на Бакуску, на этом месте. Пошел до Москва, Сочи, для пути 2 часа. Уважаемые гости, сегодня ваши депопарки, депопарки борту, обеспечивают город Победителем. Прилагаясь по воде из Пальки, Кельсия, Калфа, поправляет за себя на Кельсия. Алла, Виктория, Светлана, Яна, Елизавета, Максим, Надежда, Кристина. Дамы и господа, пожалуйста, обратите внимание на смарт-трассу аварийных спасательного оборудования нашего самолета. Дайте же вам приезжать в этот шоколадный бизнес Мастрейшн. Наш самолет имеет 10 аварийных выходов. Аварийные выходы расположены слева и справа по борту. 4 в передней части самолета, 2 выхода на плоскости крыла, 4 в хвостовой части самолета. Пустая хамбурская мелодия, семянная связь, салакетная колеса, слайда, закрепленная. Four in the front compartment, two over in it, four in the rear compartment to the handle. Все выходы оборудованы автоматически называемыми трапами. Каждый выход обозначен световым табло выход. Will exit the exit to the evacuation flight, which exit marks the diminished exit sign. Светящиеся дорожки вдоль проходов указывают направление на выход на сайт about corner of the small, to demonstrate the very normally. Если вы путешествуете с ребенком, обеспечьте маску сначала себя, а затем ребенка. If a stroke is a child, it is not concerned of my time to a child. Ваши ремни безопасности должны быть застегнуты после включения табло за стегнутый ремень. If you will, want to pass the road, pass it to the time is on. Чтобы застегнуть ремень, ставьте металлический наконечник в пряжку. Pass it to the road, как всегда начал пить за баком. Туго затяните ремень, вставайте за стреб. Чтобы отстегнуть ремень, поднимите крышку замка. Крылья всегда между баком шалы. Ваш спасательный жилет находится под вашим креслом. Делайте это, но опять это не идти. Достаньте жилет, вытащите из упаковки и наденьте через голову. Вы можете выставить тотейший полос over your head. Оверните письмо вокруг талии. Застегните впереди под жилетом и туго затяните. Adjust the strap around the waist, fasten the front under the waist and tighten the strap. Надуйте жилет у выхода при покидании самолета, дернув за красные колпачки. Just before you the account, pull down the back tucks and raise the light weight. Поддуть жилет можно через лампами поддува. You can blow the waist up using this tube. В жилете имеется лампочка, которая зажигается в воде. It also has a lamp each illuminating water. Не
не называйте жилет в салоне самолета. Кто вас устраивает, сайта сюда. Более подробно ознакомиться с половиной спасательным оборудованием нашего самолета вам поможет служба по безопасности, которая находится в кармане перед вами. Посмотрите ее внимательно, разрешите внимание. You can get more detail from my usual bottom voice in the Christmas and safety and function card. For getting to keep on the front, you don't please visit the cancellation shop. Дамы и господа, мы готовы к взлету и просим вас разместить ручную кровать на подарочном полке или под сиденьем кресла перед вами. Застегнуть ремень безопасности, провести стопу в вертикальное положение, убрать отсекной столик, открыть шторку иллюминатора. Просим увидеть, что все виды электронных устройств и мобильные телефоны переведены в авиарежим или выключены. В целях вашей безопасности ноутбуки и другие электронные устройства большого размера должны быть выключены и убраны ручную кровать во время взлета и посадки. Указание экипажа в случае необходимости все электронные устройства должны быть выключены. Обращаем ваше внимание, что на борту запрещено употребление алкогольных напитков, имитированных с собой курение, в том числе электронных сигарет. Туалетные комнаты оборудованы детекторами дыма. Благодарим за внимание. Thank you.
еще должна быть. Экипаж, что за кабина, приготовиться к взлету.
Thank you.
режиме, а на режиме выключено. Время безопасности на стороне. Соответственно, вы же хотите положить. Будем попросить уделить внимание. Ваши дырочки.